Рост является ключевым критерием для моделей, но для актрис он не играет никакой роли. И это замечательно. Мало кто знает, но одна из главных красавиц отечественного кино Марина Александрова в реальной жизни весьма невысокая дама. Ее рост составляет 158 сантиметров, и именно благодаря своей миниатюрности артистке досталась роль Екатерины Великой. В реальности императрица тоже была невысокой. Своим примером Марина доказала, что небольшой рост не помеха востребованности и головокружительной актерской карьере. Она обладает талантом и обаянием, а этого достаточно для мира кино. Многие пользователи сети не скрыли своего удивления, узнав, что их любимица – настоящая дюймовочка. Одна из поклонниц артистки написала: «Я в шоке, что Марина Александрова такая миниатюрная. Она одна из самых красивых актрис в нашей стране, по моему мнению. Я думала, она высокая». А что скажете вы